Всем привет, с вами Прия. Сегодня рассмотрим весьма интересный итем, а именно бесконечная руна усиления. Все мы прекрасно знаем такие итемы. Сейчас открою сумку, покажу. Как оскверненная руна усиления. Та самая руна усиления, которая бафает наши статы на 325 ловкость, интеллект или силу, смотря какая у вас основная стата. На 325 на 1 час. Является усиливающей руной, то есть, ну, характер бафа такой. Вот, и получается это что? Если вы играли в Дреноре, то в Дреноре, в самом последнем патче, когда выводили Цитадель Адского Пламени, ЦАП, за максимальную репутацию с фракцией, которая была в Тананских джунглях, продавали аналогичную усиливающую руну, бесконечную, за, конечно, там, небольшое количество голды, но все-таки суть в том, то, что она бесконечная, и использовать ее можно было хоть сколько и вообще как хочешь, и без ограничений по факту. 60 секунд только, КД и все. Вот, и в обновлении 7.3 это дело возобновляется, и у новой фракции, там армия света, что-то типа такого, будет как-то эта фракция называться. При максимальной репутации нам будут продавать аналогичную усиливающую руну. Мы юзаем ее и получаем аналогичный баф. Это сильно сэкономит денежку тем рейдерам, которые любят посидеть, повайпаться на боссах. Это слишком сильно сэкономит им голду. Ну и аналогично сэкономит денежку тем людям, которые осваивают миф плюсы по КД, допустим. Умер, съел руну, умер, съел руну. При выходе рейдового контента руны все равно бы повысились в цене и имели бы цену в 200-250 голды за штучку. То есть один вайп, это приходится есть руну по новой. Сейчас кто-то, конечно, может сказать, да вот, я осваиваю боссов без рун, и я имею full хэм прогресс. Ну, выше вы и не заимеете. Ну ладно, 5 мификов, может, еще закроете. Дальше уже будет каждая циферка ДПС считаться. Такая вот мысль. Весьма интересный такой вот интересный предмет. Да. Качаем репутацию, не пропускаем локалки, получаем максимальную прибыль с этого и выполняем максимальное все, что только можно в обновлении 7.3. Да. Скоро 7.3 уже, можно сказать, через 10 часов его старт будет стрим. Будем рассуждать с вами на всякие игровые новинки, которые ввелись в 7.3. Будем искать что-то интересное. Надеюсь, контента будет море. Ну, я уже прекрасно знаю, как там квесты идут и как с чем работать. Я же снял видосики своей игры на ПТРе. Мне было интересно. Даже во второй раз мне будет вполне интересно, надеюсь. И этот дух некого азарта я не потеряю. Да. Всех вам благ. Счастья, как говорится, здоровья, там, легендарок побольше. Берегите ноги и запасайтесь терпением с целью прокачки этой фракции. До скорого.